5 этапов в Аргентине, столько же в Чили, еще 4. Это впервые в программе «Ралли Дакар» пройдут по дорогам Перу. Об этом заявили организаторы легендарной гонки во время презентации в Милане. Всего гонщикам предстоит преодолеть около 9 тысяч километров, из которых на спецучастке придется почти половина пути. Гонка традиционно пройдет в 14 дней, плюс день отдыха. Старт состоится ранним утром 1 января, финиш 15 января. То, что гонка впервые пройдет в Перу, действительно хорошая новость, говорит директор Дакара Этьен Лавинь. Маршрут проложен по очень красивым местам, но он очень труден. 4 этапа по дюнам по берегу Тихого океана никого не оставят равнодушным во время последней трети пути. КАМАЗ «Мастер» выставит на «Дакар» 2012 4 экипажа. Семикратный победитель ралли Владимир Чагин впервые выступит в качестве менеджера российской команды.